Hey, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И сегодня уже 22-я часть официальной коллекции комиксов «Звездные войны. Империя. Часть 2». А перед тем, как мы начнем, прошу вас опуститься в описании, и там первая ссылочка, видите, циферку даже на вас написал, первая ссылочка в описании будет дана. Для тех, кто не понял, это просьба поддержать канал. Канал нуждается в вас, ребят, давайте не подведем. Также, если вы хотите крутую футболку с хорошей скидкой, то переходите на видео, в котором был обзор на посылку со всемайки.ру. Это не реклама сайта, просто там скидочка висит в описании, и она пропадает просто так, получается. А еще, ребят, хочу вас спросить, жмякайте в голосовалке. Стоит ли мне снимать обзор на комиксы, не являющиеся частью коллекции, например, Диагностини или Аше? То есть такие, как Камильфо и Азбука и прочие. Ну а теперь переходим к обзору. Всем приятного просмотра. Начнем, как всегда, с обложки. Честно, долго думал, кто это за персонаж, но оказалось, что это принцесса Лея в своем боевом наряде. Рядом здесь лежит разбитый шлем штурмовика. Корешок выглядит таким образом. Империя, часть 2. Это уже 22 выпуск, напомнюсь. Также фрагмент кулака Дарта Вейдера и часть звездного корабля, который, к сожалению, забыл, как называется. Если помните, пожалуйста, напишите в комментариях. Я знаю, что задолбал, но просьба, пожалуйста. И на обратной стороне изображен корабль Империи. Данный комикс выпущен тиражом 5000 экземпляров. Данный комикс содержит три истории, плюс четвертая основана на оригинальном произведении Джорджа Лукаса, которые расположились на 191 странице чисто комиксов и дополнительной информации, плюс галерея иллюстраций. Собранные в этом томе комиксы повествуют о том, как росло восстание и как закалялся характер его героев. История генерала Альянса Рунса Сюэла, героически пожертвовавшего жизнью во имя спасения товарищей, завершается. Следующая будет посвящена принцессе Леи, которой предстоит сделать выбор. Продолжать бороться с Империей путем проникновенных речей и тайной помощи, или вступить в открытую конфронтацию и оставить на своей совести кровь убитых по ее приказу солдат. В третьей истории восстание представлено уже с точки зрения штурмовика, созданного для того, чтобы служить Империи. Но хватит ли его преданности и сил, чтобы защитить ее? Кроме того, в состав этого комикса входит расширенная и обновленная версия комикс-адаптации фильма «Эпизод 4. Новая надежда». Ну и давайте перейдем к галерее иллюстраций. Далее список заполняющейся коллекции, предыдущий, следующий выпуск. Ну что ж, ребят, на этом все. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте то, что в описании есть ссылочка на донат, можете поддержать канал. Всем удачи, новых встреч и пока!